Первая домашняя встреча в новом году. Насколько классно она сегодня получилась? Да классно, да, ребята, молодчики все так хорошо, я бы сказал, все три периода сыграли. Вот, и нам, конечно, было очень важно первый матч в новом году начать с победы, порадовать болельщиков, полный стадион сегодня был. Тоже спасибо им большое, поддерживали нас, гнали всю игру, поэтому хорошая концовка дня, как говорится. С Борисом всегда такие матчи результативные, вязкие, интересные. Насколько, чем сегодня матч отличался с этим соперником? Потому что у них и тренер поменялся, и немножко модель игры, возможно, поменялась. Они стали включили борьбу за плей-офф. Но мы особо так не смотрим, как меняется команда в целом. Мы стараемся свою игру играть. У нас есть свои какие-то наигровки, свой стиль игры. Поэтому, ну, конечно, так просматриваем перед игрой, но опять же, играем в свою игру, сегодня хорошо сыграли, набираем обороты, еще наша лучшая игра впереди. Сегодня вроде бы забросили две, но все-таки одну. Насколько были раздосадованы тем, что шайбу на пину переписали? Насколько это, например, вдохновило забросить все-таки свой гол сегодня? Да, самое главное, мы пятерку забили, плюсик заработали. У меня, опять же, передача, поэтому очко набрал. Вот. Ну, я говорю, опять же, самое главное, мы забили пятерку, хорошо сыграли там весь момент. Потом мы так посмеялись, я говорю, что за дело? Он говорит, ну да. Поэтому, и, ну, конечно, когда вторую забил, там Леха Молочек мне передачку отдал. Вот, поэтому Молочек, хорошая игра звена. Весьма такой серьезный игровой у нас насыщенный календарь, ритмичный. Следующий матч против Кунлунь совсем скоро. Насколько есть силы? Насколько готов? Да, мы по сезону, в принципе, так и идем. У нас команда матчи там, через день, через два. Постоянно тонус, много игр в этом году. Это хорошо, в принципе. Игровой тонус, играем много, набираем обороты. Поэтому мы всегда готовы. Самое главное, правильно восстанавливаться. Опять же, там у нас Адриан есть, он знает, что дать в зале разминку, растяжку. Поэтому всегда готов.